Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье. Оно лежало среди крючков и старых ярких платьев, среди усталых пыльных книг, среди кисточек и мела. Оно лежало и на всех неверяще смотрело. Народ шел мимо, редко кто вдруг подходил к прилавку купить брошюрку, календарь, иголку, нить, булавку. И равнодушный взгляд скользил по глупой мелочевке, а счастье так просилось в дом, так робко и неловко. Моляще поднимал взгляд, едва-едва пищало, но кто-то мимо проходил, и счастье замирало. Темнело, я брела домой, в карманах грея руки. Торговец собирал товар, чуть напевал со скуки. Я бы прошла, но вдруг задел молящий, печальный, беспомощный, несчастный взгляд, как будто вздох прощальный. Я подошла, а за стеклом пластмассовой витрины комочек маленький дрожал от горя и обиды. Комок устал, хотел в тепло, замерз на этой стуже, но, к сожалению, комок был никому не нужен. И сколько стоит, голос мой дрожал от напряжения, что это, добери, оно одно мучение. Я бережно взяла комок, груди его прижала, закутав складочки пальто, домой почти бежала. Бежала греть, скорей, в тепло с морозных улиц, и даже блики фонарей как будто улыбнулись. И улыбался белый снег, небо, мир смеялся. Нашелся все же человек, что счастьем не кидался. Я принесла комочек в дом, и стало вдруг понятно, что никому его не дам и не верну обратно.